Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на новую героиню Седну, которая прокачана уже на максималку 10-10-8-8 бастион рунами. У нас будет стоять воодушевление, почему вы увидите артефактом. Давайте поставим топорик пока. Снаряжение передачи энергии 20% к атаке, также снижает атаку цели на 5% на 9 секунд, кулдаун 1 секунда, то есть фактически она режет 45% атаки врага. Так, что на десятке у нас? Наносит урон равный 420% от атаки 5 случайным вражеским целям, а также оживляет троих дружественных героев 100% здоровья, кулдаун 3 секунды. Герой с автопроком, герой-дальник, реально герой очень крутой, плюс он дополнительно увеличивает атаку на 100% и также уменьшает на 60% получаемый урон. Восстанавливает здоровье союзного героя 600% от атаки Седны. Ну, что я могу вам сказать, реально имба, почему сейчас увидите, вот такие вот атрибуты у нее. Фактически 17 500 атаки, средний танк получается где-то 320 000 жизни, плюс дополнительно еще бонус от бастиона идет 60%. Ну так, питомец у нас будет стоять ангел, для того чтобы кидал дополнительно щит. Созвездиями я прокачал крит сопротивления, для того чтобы ее не критовали и быстро не сносили. Ну, поехали, потестируем ее в рейде. Сейчас найдем такие расстановочки, чтобы не было стрелка, потому что будет нам немножко мешать. Это очень сложно найти расстановку без стрелка. Так, вот вроде есть. Ну, смотрим. Смотрите на урон. Бьет как юнитов, так и героев. Ну, кто-то стоял с отражалкой. Она сама себя убила. Все-таки 5 целей, это не одна цель. Так. Вот тут нету стрелка. Интересно будет тоже посмотреть. Видели, да, что она сделала? Просто слила двоих топовых героев. Герой быстро заряжается. Сам покажу это. Плюс дополнительно из-за этого я поставил ей воодушевление, чтобы она чаще ультовала. 605 000 обычный урон. Как вам такое? Это просто жесть. Тут, конечно, Некрос нам мешает, но опять уже хранителя зацепило. Сами все видите. Это только один герой в бою без бафов. Так, тут есть стрелок. Но сейчас увидите, если мы зацепимся, конечно, нам стрелок даже не будет. Вот, даже не мешает. Его орнитоптеры не мешают заряжаться ей. Это при том, что у нас стоит просто пятое воодушевление. Минус, конечно, то, что она бьет юнитов. Но если бы она била только героев, это было бы просто жесть. Засниму ее на битве гильдии в атаке. Также она будет стоять в защите.
Хочу ее потестировать в такой сборке. С богом войны она тоже круто дамажит, но маловато жизни. Поэтому прокачал пока бастион. Ну, как видите, успешно стоит, она отхиливает себя еще дополнительно. Плюс у нас ангел хилит. По 100 тысяч кулдаун 3 секунды. Стрелок практически там ничего не может сделать. Давайте сейчас попробуем брать юнитов. Если, конечно, у нас получится. Посмотрите, какой будет урон по героям. Давай, Анубис, убирай уже их. Вот Анубиса убили. Смотрите, она уже 1,5 минуты стоит. Не дает стрелок зарядиться. Ну и не умирает. Давайте попробуем поспамить юнитами. Ну, как видите, стрелок ничего не может сделать. Так, ладно, хорошо, побежали в следующий рейд. Так, вот тут тоже стрелка нету. Сейчас просто сверху кинем ее, посмотрите на урон. 200-е герои с эволюциями. Вот так, ребят, их просто нет. Еще 3 секунды, 9 секунд, и у вас просто 6 героев на таблетках нет. Ну, я даже не знаю, что вам сказать насчет этого героя. Сами все видите. Вот смотрим еще раз. Оп, половины героев нет. Второй заход, опять половины нет. Ну, тут Фрейя у нас есть. Она снесла, конечно. Ну, смотрите, что с героев. Я даже не знаю. Очередная имба от IGG. Просто бешеный урон. Хранитель как картонный. Все. Кто там, Рино? До свидания. Анубис, до свидания. Смотрите, мы причем нанесли всего лишь 11% зданий снесли. Как против нее воевать? Это просто жесть. Это она не собрана на максимальный еще урон. Анубис ей ничего сделать не может. Поможем стрелком. 12-12. Вот две пульки полетело. Так, давайте побежали. У нас времени маловато. Затестим забытой. Так, создать команду. Вот моя пробная команда. Убрать. Ставим ее, сохранить и поставим ей рунами ремочку. Чтобы она сразу ультовала.
Конечно, можно было бы еще бафферов сюда взять. Ну, смотрите, как она там красиво раздала героев. Тут, конечно, пачка с Фрей. Мы тут ничего не сделаем. Но против Фрей воевать очень сложно. Так. Давайте вот так сделаем. Ай, опять сейчас попадем, наверное, на Фрейю. Жалко, жалко. Вот видите, да, что Фрейя делает на 12-м скилле. Практически убивает. Это при том, что герои не собраны. Смотрим. Ну, неплохо, неплохо. Урон хороший. Ну, опять, видите, на Фрейю попали. Без вариантов. Давайте каких-то попроще возьмем. Видите урон, да? Все, пачки нет. Круто смотрится. По урону, конечно, как вольт бвшный, где-то так. Так, не успеем, наверное, полностью отвоевать. Да, не успели. Хорошо, давайте потестируем, пока у нас есть время. В экспедицию зайдем. Посмотрим, какой урон будет. Ну, вот так, в районе 200 тысяч. В принципе, сами все видите. Это просто жесть. Что она делает? Там, конечно, ворожей есть. Так, поменяем расстановку. Давайте, тут у нас есть стрелок. Вот смотрите, какой урон бешеный. Просто жесть. Заряжается, конечно, она очень круто. Плюс резает героев. Резает она героев только в атаке. На защите она героев не резает. Если есть дерево, то либо дерево, либо она один раз может резнуть. Так, давайте посмотрим на нее в королевской битве. Ну вот как-то так. Ей надо просто зарядиться за 3 секунды и все. Воодушевление ей подойдет, но есть ли смысл? У нее быстрый заряд, как видите, 5-го хватает вполне. Плюс, если у вас будет Афина с воодушевлением, вы без проблем затащите все. Раз, два, три, все. Всем до свидания.
Очередная бездонатная имба, как и ворожей. Можно будет пробовать использовать ее на лаве. Тоже, в принципе, должна зайти нормально. Да и на всех локациях можно использовать. Вот хил от нее идет, защита, рез. Ну, не знаю. Очень универсальный получился герой. Плюс 5 целей сразу бьет. Единственная, конечно, проблема, это если опять же наткнется на огненную защиту. Но урон вы видите. Ни у одного героя такого урона просто нет. Просто бешеный урон. Сколько мы с вами тестировали, я не знаю, такого дамага мало кто выдавал. Под 300 тысяч. Без всяких там бафов. 329. Просто какая-то нереальная. Вроде как бы герой так себе, но судя по тому, что она делает в бою, даже не знаю. Очередной, я скажу так, дисбаланс. Ничего себе, нас убили. Так, давайте поменяем ей назад. Надо нанять юнитов. И поставим воодушевление. Будет интересно ее потестировать на угольной армии, посмотреть, как она будет справляться. Так. Есть. Кто там у нас на битве гильдии сегодня? Да. Второе место, третье. Вот, что я могу вам сказать. Герой реально очень прикольный, универсальный. Думаю, во многих локациях займет свое место в основе, потому что это просто пипец. Смотрите, что она делает. Просто пофиг ворожаи всякие там. Все пофиг. 334 тысячи. Ну, просто жесть. 6% у вас на такой расстановке крестом никого уже в живых не осталось. Вот так вот. Вот такая вот новая героиня. Единственный, наверное, минус то, что она наземная. И все. Ну, череп. Ушатал, ушатал, красавчик. В принципе, все. Вот такой вот обзорчик. Пишите в комментариях, как вам такая сборка. Я тестировал ее. Есть варианты, конечно, сделать Дефна еще более вариант. Ну, это мы посмотрим в дальнейшем. Но пока вот такая вот сборка на домах. Давайте еще ради интереса не можем в лабиринт. Я уже в другом выпуске про данного героя засниму другие локации. Потестируем на угольной, на волнах.
Просто имба, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.